Дорогие мои, рада всех приветствовать на своем канале. Пришла пора снять мои цветущие орхидейки. Последнее видеообзор я делала 2 недели назад. Вот, но сейчас есть что показать. Не так много, как и было. Очень многие орхидейки отцвели. Некоторые растят цветонос, уже формируют бутончики, поэтому о них чуть позже. Но, кстати, что касается авокадо, вот такой он у меня огромный стал. Представляете, он, наверное, сейчас 1,20 м, я думаю, высоты. Опять распускает новые листочки. Вот, и у меня, смотрите, опять сюрприз. Ну, в общем, посадила на другую сторону косточку. Ничего с ней не делала. Она проросла. Поэтому у меня будут в горшочке 2 авокадо. Расти. Ну, посмотрим, что из них вырастет. Вот эту орхидейку вам уже показывала. Это ее первое домашнее цветение. Было, кстати, 5 цветочков. Один почему-то она надумала отсушить. Но ее прелести это не портит. Очень яркая. Заметьте, сейчас вы смотрите видео, естественно, но без фотошопа. Но просто вырвиглаз цвет. Очень красивая орхидейка. Буду ждать ее обильное цветение. Спанчбоб продолжает радовать меня своим долгим цветением. Я вам уже его показывала, этого красавчика. Но когда распускались цветочки, были немного ярче, чем сейчас. Но все-таки цветет он уже довольно долгое время. Уже 3 месяца, наверное. Это восковые цветочки у него. Ну вот так и цветем. Растет он у меня на фитиле. Я вам тоже уже об этом говорила. Ему очень нравится, наверное. Вот, ну, тоже будем ждать его обильного цветения. Мою красавицу Starfish уже вам который раз показываю. Вот мы так и цветем. У нее 2 цветоноса. И вот на этом цветоносе полностью раскрыты все цветочки, и она еще ни один не потеряла. Вот. А на втором уже все. То есть начинает отцветать. Я вот последние, наверное, денечки любуюсь на нее. Но она умничка, довольно долго цветет. У меня тоже, наверное, уже 3-4 месяца, наверное, пошел. Вот такая красотулечка. Цветочки были ранее тоже намного ярче. Все-таки по истечению некоторого времени они немного блекнут. Продолжает меня радовать хоткис. Очень эффектный, красивый фаленопсис. Потрясающие цветочки у него. Такие вот со временем они, а лепесточки он загинает назад. Красивый очень. Покупала я его в прошлом году. Пришел он ко мне в октябре. Тоже я, наверное, уже говорила об этом. И вот это первое его жизни цветения. Продолжает цвести мой Льюис Берри. Вот такой симпатичный, красивый, с не очень крупными, с мелкими цветочками. Орхидейка с очень вкусненьким ароматом, очень сладенький. Приятно, когда к окну подходишь. Очень приятно пахнет.
Ну, вот такие. Здесь он еще продолжает бутончики наращивать, распускать. А здесь эта веточка уже. Вот вчера сняла один цветочек, сегодня второй. Будет отцветать. Ну, в принципе, уже пора. Давно, довольно долго цветет. Я уже вам его несколько раз показывала в видео. Вот так. Вот такие мы красотули. Вкусненькие. Это котик или Wildcat. Вот так отличаются цветочки. Этот раскрылся сегодня утром. И он с другим окрасом. У этих пятнышки такие крупненькие, а у этого меленькие. Ну, прям очень красивый. Я прям любила с него. Очень красивый фаленопсис. Вернее, это доритинопсис, но неважно. Вот. Это я про него уже вам рассказывала, что я обломила цветонос один, чисто случайно. Вот, а то бы он у меня прям шикарно цвел бы. Потому что на этом цветоносе было больше намного бутонов. Но, в принципе, ладно. Что не бывает. Вот такие мы красивые. А эта красотулечка называется Тайса Кумики. Мне ее прислали с цветоносом уже, с маленьким. Буквально месяц назад, наверное. Вот она дорастила цветоносик и распустила свои просто потрясающие цветочки. Я не знаю, почему камера не передает ее вот бархатистость. И тоже очень интересно, смотрите, первые цветочки были с малым количеством белого на краю лепестков, а последний, вот уже распустившийся, уже прям с такой, с более широкой окантовкой белой. И вот что интересно, то ли гормоны сыграли свою роль. Смотрите, у него на колонке крылышки интересные. То есть какая-то мутация произошла. Нормальный единственный, только вот этот вот бутон. Вот этот вот. А все остальные с какими-то крылышками, причем с одной стороны. Ну, в общем, нравится она мне просто до безумия. Я ее очень рекомендую. Она вот сейчас видео не передает четкий ее цвет. Она более бордово-фиолетовая, что ли. Почему-то вот на видео красная. Но, девочки, мальчики, я прям ее очень советую. Очень интересный сорт. Как-то такой неизбитый. Ну, в общем, как полностью распустится, я вам обязательно покажу ее. Эту красавицу зовут Катрина. Я уже вам ее показывала, когда она распустила там парочку, по-моему, цветочков. Вот такая красавица у меня теперь распустилась полностью. Тоже такая она красивая, я так ее рекомендую. Меня уже спрашивали девочки, тоже хотели приобрести ее, где я ее заказывала. А покупала я ее здесь у нас в городе, просто в магазине, просто в ленте. Несколько штук тогда, помню, было, выбирала, стояла. Вот, прям радует она меня. Очень красивая, эффектная. Вот именно бордовый цвет. Такой глубокий бордовый цвет. В общем, видео у меня по нарастающей. Я начинаю от самых скромно цветущих и, наверное, заканчиваю уже в который раз, в котором видео, более обильным цветением. Сейчас покажу вам фаленопсис, который показывала уже, но он был не до конца с раскрытыми бутонами. Он и сейчас не до конца раскрытый, но завершающим будет он. Итак, вот этот фаленопсис, которого я просто обожаю, даже мягко сказано.
Он меня радует, как и прошлая моя шоколадка. Но там, в то время я еще видео не снимала, у меня сохранились только фотографии. Она была не биглип, обычная фотография. Я сейчас вам вставлю, про какую орхидейку я имею в виду. И это тоже шоколад, но биглип. И он тоже меня вот так обильным цветением радует. Мало того, что у него сейчас раскрылись 9 цветочков, получается, так он еще и доращивает. Тоже очень такая благодарная орхидейка и очень эффектная. Я просто обожаю орхидеи, у которых цветочек на предыдущий или на последующий не похож. Ну просто красота. Буду очень ждать с нетерпением раскрытия вот этих бутончиков. Растет он у меня просто в классической системе. Очень хорошие корешочки. Весь не могу горшок крутить, он тяжелый. В общем, все корни отличные, как и он сам. Вот так это выглядит сзади, цветочки тоже очень красивые. Ну все, друзья мои, это все, что у меня цветет на данный момент. Я с вами прощаюсь, дорогие мои. Обязательно подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписался. Обязательно поставьте лайки, если вам мои орхидейки понравились. Я очень надеюсь, что они понравились. Рада, что вы со мной, что вы постоянно комментируете мои видео. Я постоянно вам отвечаю, вы заметили, я ни один комментарий не оставляю без ответа. Вот. Ну, все, всем пока, всем удачи, подпишитесь на мой канал. Обязательно поставьте лайки. Всем люблю. Пока. Целую.